Начальник маршрута трамвайного депо Наталья Матвеева вместе со своими коллегами в очереди в медпункт ТТУ. Она сама и ее подчиненные, водители и кондукторы, каждый год прививаются от гриппа. Это все для своей же безопасности и здоровья, рассказывает Наталья. Все время общаться с людьми, и всякие есть, и болеют, и не болеют. Поэтому обезопасить себя лучше привиться. Поэтому каждый год, начиная вот от ковида мы прививались, постоянно. А вот потом, значит, от гриппа. По словам директора трамвайно-троллейбусного управления Михаила Ефремова, на сегодняшний день от гриппа вакцинировались уже 70% работников предприятия. Каждую осень по договоренности с медучреждением сюда приезжает бригада врачей. На вакцинацию сотрудников отводится несколько недель, чтобы прививку успели сделать все желающие. Мы работаем с нашими городскими поликлиниками. Никаких неудобств, никуда не идти. Пришел, сделал прививку и пошел заниматься дальше своими делами. Подобные профилактические мероприятия в преддверии сезона гриппа и ОРВИ проводятся на всех предприятиях, обеспечивающих работу городского общественного транспорта. Весь персонал, который вот идет в контакте с большим количеством пассажиров, это в первую очередь кондукторы, во вторую очередь водители, вот это те люди, которых мы призываем и которые, ну, сознательно уже тоже не первый год идут и делают вот эти прививки. Потому что понятно, что есть риск, большое количество людей, ты и сам можешь заразиться, и если заразиться, ты еще и большое количество пассажиров, кому можешь передать этот вирус. По словам медиков, вакцинация предназначена для ранней профилактики сезонного гриппа. Прививаться рекомендовано ежегодно за 2-3 недели до начала активного распространения вирусов. Текущий сезон самый оптимальный для этих целей. Переносится вакцина очень хорошо, абсолютно без побочных эффектов. Естественно, какие-то мы задаем вопросы на предмет того, чтобы выявить, у кого противопоказания для вакцинации. Это, как правило, острые вирусные, которые в настоящий момент болезни. Протекают. Вот. А переносится вакцина хорошо, противопоказаний нет у этой вакцины. Перед тем, как сделать прививку, врачи производят осмотр и проверяют базовые показатели здоровья. В прошлом сезоне я переболела гриппом, и произошло это в самый неподходящий момент. Больше не хочу. Тем более привиться можно прямо во время съемки сюжета. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.